Твери рассказали о последних изменениях в миграционном законодательстве. В МВД России по Тверской области прошел брифинг по этому вопросу. Подробности в сюжете из кабинетов правоохранителей. В прошлом году президентом России утверждена новая редакция «Концепция государственной политики в сфере миграции на 2019-2025 годы». Прежде всего, она направлена на совершенствование процедур въезда иностранных граждан в Россию, оформление виз, получение разрешительных документов, временное проживание и видов на жительство, получение гражданства России. Тем самым в нашей стране упрощается порядок въезда, оформление соответствующих разрешений с минимальной тратой времени и сил, в том числе и дистанционно через интернет. Введено такое понятие, как электронная виза. Электронные визы – это порядок въезда на территорию Российской Федерации по документам, которые сформированы в Министерстве иностранных дел и по заявлениям иностранных граждан и разрешают въезд на территорию Российской Федерации, но не во все субъекты, а пока у нас электронные визы действуют для въезда для граждан иностранных государств. Перечень таких государств определено постановлением правительства на территории, ну, будем грубо говорить, трех субъектов. Это через пункты пропуска государственной границы в городе Калининград и Калининградской области. С 1 октября такой порядок введен для въезда иностранных граждан через пункты пропуска государственной границы, находящихся в Ленинградской области и городе Санкт-Петербург, и в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас таким же способом можно оформить электронное приглашение. Кроме того, на брифинге рассказали о реализации указов президента России Владимира Путина, направленных на приобретение российского гражданства в особом порядке по упрощенной схеме. Все те граждане Украины и лица без гражданства, которые зарегистрированы на территориях Донецкой и Луганской областей на 7 апреля 2014 год и 24 апреля 2014 год соответственно, они имеют право обратиться с заявлениями о приобретении гражданства. Данным гражданам не нужно подтверждать владение русским языком, наличие законного источника средств существования. Не нужно отказываться от имеющегося гражданства Украины. Достаточно обратиться в наше подразделение по месту жительства либо по месту пребывания и подать соответствующее заявление. Зашла речь и о нелегальных мигрантах. Как отметили полицейские, выявлять их стали больше, а выдворять с нашей территории чаще. За 7 месяцев этого года около 500 нарушителей вернулись обратно домой. Сотрудники миграционной службы просят тех, кто представляет нелегалам жильем, быть особенно внимательными, потому что они, как правило, не стремятся регистрироваться по месту жительства. В целом, по данным правоохранителей, на сегодняшний день миграционная ситуация в регионе стабильная. Небольшой прирост числа мигрантов зафиксирован за счет иностранцев, решивших продлить срок пребывания на нашей территории. В целом, в Верхневолжье проживает, то есть имеет временное разрешение или вид на жительство, около 12 тысяч иностранных граждан.